А вот и Федя. Да? Холодно на улице? Холодно? А вот и котик. И котик вот он. Кушать хочет. Рыжик. Рыжик кушать хочет. Да? Вот они все. Вот они все. Играет гармошка. Утро. Утро 8 февраля. А где-то играет, играет гармошка. Начало. Бьют 8 часов часы. Часики бьют 8, и мы начинаем свои процедуры. Точно подбой часов. Семя тмина совершим немножечко. Запили водицей, просто запили, и следующее мероприятие именно для мужчин, чтобы предстательная железа работала и ничто там не водилось, тыквенное масло. Тыквенное масло, видите, я уже практически выпил. Можно закусить бананом. Не все масло нормально переносят. И на прогулку. Да, Мусик? Мусик умывается. У него свои процедуры. Да, Мусик? Кто-то лапку. Гулюшки сидят. Тоже надо покормить их. А ждут. Двое. Живут у нас давно. Федя наяривает. Наяривает Федя. А зайка бедняжка мерзнет. Мерзнет зайка бедняжка. Он пирамиду держит. О, гулюшки прилетели, есть хотят. Будем давать им есть. Выгнали машину из гаража. И далее. Красота. Среди бегучих первых нет и отстающих. Моя дежурная гиря заскучала. Но ничего, лето настанет. И мы будем подниматы. Зайка. Забегайка. Уже прилетели. Хочем есть. Хочем есть. Есть хотим. Надо что-то дать. Да? Есть хотим. Косточку. Mm-hmm.
Хорошо. О, кашу доедали Федину. Я их и не заметил. Воробьи ждут, видите, о, воробьев сколько уже. Сейчас тут будет твориться что-то такое. Опа! О, уже вперед, вперед. Ой. Есть хотим. Все хотят есть. Все хотят есть. А я начинаю свою прогулку. 40 минут. Туда-сюда. Вот и утро. Вставай.
что посажено. Видите, какой можжевельник. Сосна двойная. Говорят, что выросла из семечки. Это туя. Вдали можжевельник. Сосна. Одна сосна, другая. Гималайская. Обычная. И вот огромные можжевельники. Смотрите, они даже вот дают плоды можжевеловые. Можжевельники. Вот такой вид можжевельника. Приходится их постригать, чтобы они не очень-то разрастались. А это орех. В случае чего буду тодикамп делать. Тодикамп, понимаете? Камп тоди. Ну так, это часть сада, огорода. Вот так я и кружу 40 минут. Еще есть хотят. Летают за мной. Улю, 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 улю. Наелись, сидят. Федя доедает. Что осталось от воробьев?
2 километра пройдено за 40 с чем-то минут. Пульс 101. На этом заканчиваем.